Славянск живет в двойном кольце баррикад. Центр города занимают сторонники федерализации, тогда как все подъезды к нему контролируют украинские войска. В результате перестрелки на окраине Славянска в ночь на среду обошлось без жертв, сообщает отдел здравоохранения горсовета. Украинские силовики обстреляли из минометов блокпост народного ополчения в селе Андреевка. Силы самообороны всю прошедшую ночь готовились к штурму, но он так и не начался. Конечно, жестко по сравнению с тем, что народ против народа подняли. Это очень тяжело. И, по-моему, даже Гитлер не додумался до этого, поднять свои войска против своего народа. Это, я не знаю, как можно назвать эту власть нормальным языком. Вот. Ну и едины мы-то с Россией, надеемся, что мы с Россией останемся. Я хочу вообще, чтобы это все поскорее закончилось. Вот. Не хотелось бы никакой войны. И хай украинские власти уже что-то с этим делают, потому что уже весь народ устал. По данным сил самообороны, в среду сторонники федерализации пытаются вернуть контроль над несколькими блокпостами, в том числе в поселке Комбикормочной и Телевышкой, которая в понедельник перешла под контроль украинских сил. Местные жители также готовятся хоронить погибших в результате перестрелки 5 мая.